Если вы забыли пароль или графический ключ на Samsung, в этом видео я покажу, как можно снять блокировку. Внимание, при сбросе данных вся информация с телефона будет удалена. Если вы помните данные аккаунта Google, Samsung, сможете восстановить. Выключить телефон не получится, он у нас будет просить пароль, который мы не помним. Нам понадобится провод, подключенный к ПК или к ноутбуку или к оригинальной зарядке. Зажимаем все три кнопки и держим. Отпускаем кнопку громкости вниз, а кнопку громкости вверх и питание держим. Отпускаем кнопку питания, а кнопку громкости вверх держим. И попадаем в рекавери. Передвигаемся громкостью вверх, громкостью вниз. Выбирать кнопкой питания. Выбираем Wipe Data Factory Reset. Сброс настроек. Все данные удалятся. Теперь выбираем Reboot System Now. Итак, телефон включился. Проходим настройки. Выбираем язык, нажимаем «Далее». Если при настройке у вас просит Google аккаунт или Samsung аккаунт, вам придется их ввести. Дальше вас не пропустит. Пароля у нас нету. Пароль мы убрали, который забыли. Подпишись на канал, ставь лайк.